Итак, номер 12 за 15-й год. Как всегда, от издателя. Здесь я пишу, что оставляю право пускать издателю по мере наличия желания времени. Но, тем не менее, весь 15-й, 16-й год я сделал все выпуски газеты. 17-й год настает. Ну что, ну будем пробовать. Посмотрим, что и как там. Несмотря на время. Желание главное есть. Время найдется. Ну, всякое может быть. Там съемки еще что-нибудь. Так, в декабре Луна рекомендует. Декабрь, к сожалению, прошел. Мой травник. Продолжаю дальше. Полынные травы. Это значит полынь обыкновенная. Какая она, чтобы у человека было понятие, на что она похожа, ну и так далее. Ну, естественно, дальше, когда сбор из истории, состав, свойства и действия подробно. Значит, как она действует при наружном применении, как антибактериально, противовоспалительно, обезболивающе, местно раздражающее, смягчающее, при приеме внутрь можете почитать все это дело. Так, значит, применение в медицине, в кулинарии, корни, листья, отвар. Такая хорошая статья. Я в который раз говорю, что я постарался много материала собрать, обработать и, ну, может, выдать это такую квинтэссенцию. Полынь морская даже есть. Где-то она растет там примерно в Крыму. Полынь лечебная. Желтенькие такие, видите, цветочки. Так, что у нас об эфирных маслах полыни вообще, то есть чем она действует, особенно мощные вот это эфиросодержащие масла полынные, ох, они делают. Даже там эпилепсия, судорожный синдром, нарушение менструального цикла. Вот как они действуют, как она все это дело пробывает. То есть вот этот дух полынный, он такой холодный, и в то же время он такой вот летучий, где-то ментольный. Это как раз то, что и надо для того, чтобы вот различные закупорки, что-то там дробить, если пища плохо там усваивается, лежит комком, вот она должна раздробиться, и тогда она быстрее будет обрабатываться. Массаж полынным маслом, ну, многое такое вот. Вот вразумляющее печенье. Вразумляющее печенье — это как раз Хильдингарда Бингенская. Родилась 16 сентября 1098 года. Вот она придумала такое печенье. Я уже рассказал, что написала удивительную музыку, о которой говорили, что она таинственно изукрашена многими чудесами. Она сама рекомендовала ее слушать людям с нарушением сна и восстановлением растраченных сил. Она знала силу мысли и слова. То есть это не просто, знаете, женщина там, ну, там целитель, а это не только что первая женщина-врач, это монахиня, которая достигла определенного уровня просветления. Вот. Она получила, ну, будем говорить, совсем такие какие-то знания, возможности ей подарились вот такие совершенства, которые вот она как раз проявляла, и все удивлялись, что она может и музыку сочинять, и лечить. И вот рецепт разумляющего печенья. 20 грамм коры
20 грамм корицы, 20 грамм муската, 5 грамм гвоздики, 400 грамм муки из спельты, 250 грамм масла, 150 сахара натурального, 200 грамм сладкого молотого миндаля, 2 целых яйца, небольшое количество соли, вода по необходимости. То есть вот корица, мускат, гвоздика, это все вот эти вот специи, которые усиливают остроту ума. То есть они действуют. Острота ума — это не то, что у нас в голове совершается, а это совершается в теле мыслительном. То есть у нас есть тело желания, тело мысли, тело там эмоций. И вот это все воздействует там. То есть идет сначала информационный процесс, который уже считывается через такие жироподобные структуры мозга, и уже может дальше вот он в виде речи, в виде каких-то движений вот так вот проявиться наружу. Все там делается. Юбилейное издательство, издание «Целительных сил». Вот они, 25 лет. Тут я немножко рассказываю, что в этой книге есть, там описываю. Методики использования урины. Кстати, тут меня считают самым главным уринотерапевтом. Одно, как только не позовут на какую-то съемку, значит, берут интервью, с первым делом мне начинают спрашивать, а вот мочой можно там лечиться или нет. Ну, прежде чем задавать вот такие какие-то детские вопросы, ну, хотя бы почитали бы книгу, источники, чтобы понимать, что это такое, как она действует. То есть, это я ж не один тут, я такой светоч, который все это придумал. До меня там столько было придумано, столько опробовано, столько сделано, что я уже там на готовом сижу, вот это вот, кроме что, вот, ну, будем говорить, вот описываю механизмы действия. Как правило, раньше никого не интересовало механизм действия, что там, за счет чего. А, раз действует, значит действует. Вот такая рецептура, все. Все, больше их ничего не интересовало. А мне интересует и механизм действия, и уже и методики, вот как раз и методики. Методики урины через кожу, да? Тут нет у меня. Если вот взять ребеночка, когда он внутриутробно находится, он как раз вот плавает вот в этом вот водоеме, который частично образовался за счет его выделительной функции, значит, почек, мочевого пузыря, то есть такой в первородной моче. Ну, там еще, конечно, другие жидкости, но тем не менее моча составляет основное. Вот, и оказывается, эта среда, в которой он плавает, вот самое лучшее для того, чтобы человек формировался в ней, она его защищает, она способствует его формированию, он ее заглатывает там, глазки промывает, ну, короче, плавает. И потом, я уже неоднократно говорю, когда мы попадаем вот сейчас вот в суховоздушную фазу, у нас сохнет кожа, там трескаются пятки еще. Да лучше урины такой жидкости из нашего организма нету средства, которое бы так смягчало и работало в этом направлении. Так. Дальше. Гипнотическое состояние, просунутое состояние. То есть это уже в третьем-четвертом томе, когда там разбирались. Работа ума, сознания, все это там такое. Я как раз вот описывал вот такие вещи, разбирал там, ну. То есть, что такое наше сознание? Сознание у нас бывает, смотрите, ну, начнем с самого утра. Просоночное сознание. То есть мы еще не проснулись. Оно наиболее восприимчиво каким-то утверждением, знаете, когда человек еще не проснулся и уже не спит. Вот. Далее уже, значит, бодрствование. Далее, значит, у нас идет опять просуночное сознание. Это когда мы засыпаем. Далее, значит, во сне несколько различных там фаз. И еще, и еще, и еще.
Ну и наконец-таки вот заговор народного наследия. Я все это дело разбираю. Кстати, вот заговор на чистоту и силу крови. И вот смотрите, иногда, знаете, как я не просто разбираю, а как бы сказать, а как бы я его сделал вот по-своему, какие-то слова убрал или еще там. И думаю, что мой даже заговор еще будет лучше, более целенаправленно действовать, нежели оригинал. Но тем не менее, вот все эти слова, которые здесь в заговоре стоят, они не зря стоят. Они делают свое дело. Ну и наконец-таки, почему полезная вода? За счет того, что она способствует, видите, вот слипшиеся эритроциты, она за счет заряда, за счет, ну, особой структуры, заряжает их, расталкивает. И в результате кровь становится гораздо у нас более текучая, более правильная, более такая, здоровая. Так, ну что, на этом мы закончили этот год.